Ямы, ухабы, треснувший асфальт являются повседневной реальностью для жителей улицы Дичибал в районе медицинского городка. Дорога тут в плачевном состоянии уже не один год. Горожане много раз обращались к местным властям, чтобы те обратили внимание на решение этой проблемы. Но, как видно, ситуация тут так и не изменилась. Иван Бажора живет тут с 2012 года. Он рассказывает, что после возведения в этом районе в середине 2000-х новых девятиэтажек, городские власти с упорным постоянством обещают местным жителям сделать тут дорогу. Я лично здесь с 2007 года могу сказать, дорога не ремонтировалась, пытались ее что-то подшаманить, но каждый год, как только зима, здесь мама родная что творится. Здесь люди падают, люди калечатся, гипс, потому что вот два дома подняли. Примария в лице Панчука обещала, что по завершению этих домов они сделают дорогу. Они ничего не сделали. Даже вот последний усатый, когда был, мы сделаем, даже сделали проект, но так ничего не сделали. Так люди и ходят по грязи, по ямам. Район тут весьма оживленный. Здесь находятся многоэтажные жилые дома, кулинарный техникум, станция переливания крови. Движение тут весьма интенсивное. По словам Ивана, жильцы этого района написали в адрес местных властей ни одно письмо с просьбой решить проблему с дорогой. Собирали подписи, но ситуация так и осталась без изменений. Допустим, могу сказать точно, жители 121-х домов обращались в письменной форме, даже последний раз было 2 месяца назад, отправляли запрос. Это я знаю точно, потому что мы подписывались. Мы люди здесь, которые мучимся. Какая была реакция? Мы так реакцию и не получили. Местные жители также возмущены ситуацией, особенно те, кто имеет автотранспорт. Постоянный ремонт автомобилей приводит к значительным тратам. Вызывает возмущение бездействие властей. Водители прекрасно знают, что на ходовую это влияет очень плохо, ее приходится ремонтировать, но я так думаю, где-то в 2-3 раза чаще, чем при езде по хорошим дорогам. Как по карману бьет? Ну, это в зависимости от ремонта, но как бы это цены исчисляются не в сотнях, а в тысячах лей. Ну, конечно, машина ломается, конечно, было бы очень классно, чтобы тут отремонтировали, но... Вижу, никаких продвижений нет. Местная власть вообще всегда она должна работать для народа. Это их обязанность, это их работа, обязанность такая, понимаете? И люди все возникают, просто молчат, потому что делают на следующий год, на следующий. А время все идет, мы стареем. Может, скоро умрем, и все равно дороги не будет. Так что вот так. За комментариями мы обратились к начальнику управления коммунального хозяйства Вячеславу Зинковскому. Но чиновник отказался ответить на вопрос нашего репортера. Вопросы такого плана, связанные с перспективой, сейчас, когда у нас все горит, мы на них отвечать все-таки не сможем. Извините. Всего на ремонт дорог в Бельцах в 2021 году местной администрации запланировано потратить 46 миллионов 820 тысяч леев.